Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни хомяка до того, как она стала известна. Ну а если тебе понравится мой видос, тебя лайк и подписка на канал. А теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Девушке с псевдонимом Хома сейчас 17 лет. Настоящее имя и фамилия Алина Ким. Девушка очень популярна, причем не только на родине. Родилась она в Казахстане, однако Хома скрытная и ничего о себе рассказывать не любит. Девушке интересно быть здесь и сейчас. Ее прошлое, семья, работа, учеба не должны интересовать подписчиков. А на видео она очень смешливая, веселая и харизматичная. Хома до известности была почти ребенком, девочке было 13 лет. Скорее всего, как основная масса сверстниц, будущая тиктокерша обучалась в средней школе. Жила она в городе Алматы, Казахстан. Судя по характеру, скорее всего, была душой любого коллектива. Создание отдельных территорий, где может жить несколько талантливых тиктокеров, подсказало само время. Подобные дома уже были за границей, Казахстан решил не отставать от моды. Силами продюсеров Азамата Халимова и Макса Борисова начал функционировать Циоло Хаус. Первыми участниками стали 6 тиктокеров из Казахстана. Как раз в эту шестерку и попала Хома. Чем планирует заниматься в будущем? Талантливая девушка пробует себя в других сферах. Например, блогерша осваивала роль певицы. Ею была записана композиция «Новая страница». Произведение девушка исполнила в программе «Казахстанского огонька». Это первый трек слушателям пришелся по душе, что очень понравилось исполнительнице. Хома планирует продолжать развитие в этой области. Даже задумывается о роли актрисы. Про личную жизнь Хомы говорить пока рановато. Во всяком случае, никаких слухов на эту тему не было. Девушка симпатичная, интересная, поэтому Хому постоянно окружают молодые люди. Вряд ли надолго она останется одна. На интернет-аккаунтах блогерши нет ни одной фотографии, где бы она была с определенным парнем. Интернет-ресурсами Хома пользуется регулярно. Хома любит подурачиться на камеру. Смешными видео блогерша набрала подписчиков больше, чем кто-либо в СНГ. Хома выкладывает видео не только на русском языке, но и на английском. Каждое новое видео набирает не менее 1 миллиона просмотров. Тиктокерша сравнивает себя с хомяком, для большей достоверности красит кончик носа. Также девушке нравится менять цвет волос. Вообще Хома ведет себя перед камерой естественно, часто дурашливо, потому что таков характер тиктокерши. Девушка настоящий трудоголик. Все время тратит на работу, со слов блогерша, это помогло открыть много новых возможностей. Хома считает, что работая в одиночку, не смогла бы часто выкладывать свежий материал. Возможно, и вовсе оставила бы это занятие. Работа в команде с другими жителями хаоса дает возможность развиваться быстрее. Однако работы становится больше, а свободного времени нет. Ну вот на этом мой видос подошел к концу. Если тебе все понравилось, с тебя лайк и подписка на канал. Всем удачи, всем пока. У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? О, это после... Что такое Underground?